Надо осмотреться. Решил добиться своего любой ценой. В этих чертежей нехорошая история. Я использую их на доброе дело. Голые женщины в пещере. Что-то здесь не так. Должно быть, это какое-то испытание. Помогите, убогому, сударь! Помогите! Thank you.
Этот последний. Интересно, что теперь? Человек очень похож на лебеду. Может, это какая-то реликвия. Больше никаких видений. Надеюсь, так и останется. Может, это какая-то реликвия. Внешность обманчива, ведьмак. Берегись. А где у змеи руки? Выпить бы сейчас винца, поваляться. Может, ты бы тем вором занялся, кто ложки таскает. Пошла. Вы меня перепугали. Как, говорите, вас зовут? Вы какого герба? Я Геральт. У меня нет герба, девиза и даже шлема с плюмажем. Я ведьмак. А можно спросить, что ты тут делаешь? Я поклялся своей возлюбленной, что принесу ей башку чудища, именуемого Гротником, кое вот эту вот пещеру населяет. Да? Ну и как успехи? Я с силами собираюсь, но скоро в бой выступлю. Я дал слово чести, а честь у меня одна. Тогда не буду мешать.
Хм. Ну, значит, я вхожу. За честь! Чем я могу тебе помочь? Ну, я ему голову оторву. Сначала мы все-таки должны его убить. Странно. Что-то не вижу я этого кротника. Так, может, вернемся? Нет его, значит, нет. Что делать? Мы же старались. Не спеши. Осмотримся здесь еще немного. Детскими башмачками. Жуткая коллекция. Какие-то старые бумаги, инструменты. Гротник отобрал их у своих жертв. Кости, череп маленький, темечко не заросло до конца. Младенец, ему было около года. Значит, правду в деревнях говорят. Гротник детей пожирает. Как в теплице. За этими коленями что-то есть. Но мне туда не продраться ни мечом, ни знаками. Ну вот, все ясно. Это должно быть паровой. Сейчас я не знаю, где он находится. Надо его приманить. Ну ладно, значит, за дело. И пусть свершится воля небес! Клянусь честью, упрямая же скотина была. Я благодарю, ведьмак. Вы весьма мне помогли. Примите, прошу вас, этот дар в знак благодарности. Почему ты не выбрал себе менее грозного противника? Ну, Бабалака, например. Ибо
сила монстра равна должна быть силе любви и... Ты краснеешь, рыцарь. Видите ли, это все моя невеста. А она вот сразу хочет под венец, а ведь мы всего 2 года знакомы. Так я подумал, что если присягну добыть Гротника, то добуду себе немного времени. Такое чудовище убить — это ведь не что-нибудь. Да, теперь я понимаю, почему ты так медленно рвался в бой. Кажется, самое время тебе вернуться в Баклер, храбрый рыцарь. Нет, ибо башка этого чудовища слишком мала, чтобы выразить, как сильно я люблю свою избранницу. Я отправлюсь странствовать по свету. Какое-нибудь другое чудовище в ее честь зарублю. По-хорошему советую, забирай эту башку и заканчивай с этими глупостями. Вы не понимаете. Как только я к ней вернусь, пиши пропало. Она затащит меня под венец, а... Послушай меня, сражение с чудовищами — это не гербы, не начищенные доспехи, не млеющие дамы. Это работа. Чертовски опасная и неблагодарная работа, для которой ты не годишься. Ты хочешь доказать свою отвагу? Тогда возвращайся к невесте и скажи ей, что ты не готов жениться. Выбирайте выражение, мастер-ведьмак. В Тусенте и за меньшее можно получить вызов на утоптанную землю. Но вам сложно отказать в правоте. Еще немного, и я не вышел бы отсюда живым. Пора. Пора возвращаться домой. Чтобы полностью искупить грехи, Мертен удалился на озеро. Надо туда сходить осмотреться. Интересно, остались здесь какие-нибудь вещи Мертена?
судя по дневнику, едва выйдя из тюрьмы, Мертен отправился в легендарную пещеру, где вроде как обитал пророк. Туда и отправимся. Смотреться. Здесь повсюду карточки с молитвами. Может, Мертен тоже такую оставил? Мертен написал молитву на обороте чертежа. Видимо, освободившись из тюрьмы, он зашел сюда и направился в святилище. А я предлагаю лучшую цену. Прошу вас. Моя семья занимается виноделием уже 4 поколения. Ой, с печальными результатами. Вашу кислятину пить невозможно. Поэтому мне, а не ему, вы должны продать Бельгард. Как должностное лицо, я действую от имени княжества, а Бельгард сейчас собственность княжеской казны. Главный казначей высказал личное пожелание, чтобы Бельгард попал в руки ответственного собственника. А говорят, у вас обоих большие неприятности в ваших собственных владениях.
и пока вы с ними не управитесь, о продаже Бельгарда и речи быть не может. Ну и что? Доволен теперь? Все из-за тебя. Из-за меня? Да ты с ума сошла, девушка. Люди, слушайте. Объявляю, что Матильда де Верментино – проклятая психопатка. На проклятую она не похожа, но она очень разозлилась. Ты, должно быть, ей здорово насолил. А ты откуда знаешь? Ты большой знаток женских душ? Укротитель строптивых? Более того, я ценитель. Ну тогда, вижу, мы договоримся. Слушай, а вот эти мечи, ты их для парада носишь? Или и махать ими умеешь? Это мое орудие труда. Я ведьмак. Ты работы, случайно, не ищешь? Видишь ли, я хочу купить винодельню Бельгард. А эта крыса канцелярская ее не продает, пока у меня в коронате неприятности. Смотря какие неприятности. В общем, там все не здорово. В посадках завелись какие-то чудища. Мой управляющий пропал вместе с целым транспортом вина. Кто-то похитил травницу. Порядочно несчастье на одну винодельню. Знаешь, что я думаю? Я думаю, это все Матильда. Ее рук дело. Личико у нее сладенькое, а нрав как у дьяволицы. Так что, поможешь мне? Я могу этим заняться, но не бесплатно. Ну, разумеется. Какая твоя ставка? Звучит разумно. Похоже, это работа для ведьмака. Ладно, я тебе помогу. Я тебе, правда, очень благодарен. Спасибо. Моя винодельня к востоку отсюда. Ты точно не заблудишься. А теперь прости, надо поговорить с Писакой. Может, еще что из него выжму. Ты ведьмак, правда? Я слышала, как ты разговаривал с этим болваном Лемом. Кошмарный тип. Такие вот хуже всего. Дерзкий взор, морда, как у эльфского полубога, а сердце подлое, черное.